Рейтинг районных газет «Пульс Вологодщины» составили в регионе. Он учитывает множество факторов, таких как тираж, доступность для читателей, наличие публикаций о важных событиях, представление в социальных сетях и даже грамотность журналистов. Среди экспертов рейтинга – лингвисты, журналисты, редакторы СМИ, представители правительства области и законодательного собрания. Сегодня мы подводим первый рейтинг районных газет области. Мы назвали это мероприятие «Пульс Вологодщины». Вы знаете, мы считаем, что районные газеты были, есть и остаются основным информационным источником для жителей района. И несмотря на то, что есть центральное телевидение, которое нам рассказывает о федеральных новостях, о международных новостях, конечно, каждого жителя интересует, что происходит у него рядом, у его соседа, а это рассказывает, как правило, только наши районные газеты. Они совершенно разные. Есть газеты, которые делают это качественно, делают это красиво, делают это вкусно, если хотите. И мы провели первый такой рейтинг между ними всеми и выявили, кто из них работает лучше всех. Мы делаем это не для того, чтобы кого-то расстроить или сделать так, чтобы худших наказали. Мы это делаем для того, чтобы они в соревновательном таком ритме каждый год, выявляя лучших между собой, тянулись и совершенствовались, повышали свою эффективность работы по многим-многим показателям. Я думаю, что сейчас не буду вам говорить, кто победил, это сюрприз для них всех самих, но мы будем каждый год проводить такой рейтинг для того, чтобы они знали, кто из них лучше работает. И это очень интересно нам, это очень интересно жителям районов, и это очень важно для того, чтобы жители районов слышали, что происходит в их малой родине. Когда мы занимались формированием критериев, когда мы оценивали каждую редакцию, когда работали эксперты, мы постепенно подходили к идее, что нам после озвучки результатов этого рейтинга нужно создавать стратегию развития районных газет. Я очень надеюсь, что Алексей Игоревич нас поддержит, и Олег Александрович даст добро. И я думаю, что в январе следующего года на Дне печати мы будем готовы представить стратегию развития районных газет. Самой главной нашей целью было сделать акценты таким образом, чтобы рейтинг позволял районным газетам развиваться, чтобы вы могли влиять на те места, которые вы занимаете. Потому что рекомендовать вам увеличить или уменьшить население в районе, добиться многомиллионного финансирования, это, собственно говоря, глупо и не являлось нашей целью. Поэтому главный вес мы представляли именно тем рейтингом, на который вы можете влиять. Но для нас, как для социологов, самым главным, конечно, было, я думаю, что и для вас, мы все работаем на то, чтобы население, конечный потребитель, был доволен тем продуктом, который вы делаете, чтобы он был востребованным, чтобы ему доверяли, его читали, считали его интересным. Поэтому самый весомый критерий в нашем рейтинге – это все-таки оценка населения.